Я сегодня 30-я, наверное, не помню. Варю крылья. Вот такие крылья у меня получаются. Варю прямо на тракторе. Потому что у нас заготовки только. Заготовки, как обычно, ничего не подходит. Тут такая заготовка выходит вон для сюда. Аж. Ее надо как-то подрезать, не знаю. Блять, видно с этой стороны. Ну хер знает, мне то нравится, то не нравится. Но это крыло, в общем-то, почти готово. Осталось чуть-чуть обварить, снять, обварить с другой стороны. И еще подварить. Нашим не лезет. Ну, в общем, вот так выглядит мое крыло. Пока в грязном виде. Сегодня 30 августа. Сегодня я опять с обеда работал, да плюс посетителей. Но мало сегодня сделал, но зато заметно. Вот с одной стороны крыло полностью закончил. Ну как закончил? Обварил. Осталось зачистить. Вот тут такая штука была. Я ее загнул, в общем. И сделал. Вот так, чуть наискось. Я не знаю, как на МТЗ это должно быть. Вот второе крыло только начал варить. Ну, в общем, была вот такая херня. Я ее срезал под углом сверху и переварил. С этой стороны начал делать. Дырки просверлил. Впереди тоже было вот так. Но эти железо нарезано было вот так. А тут дырка. Там неровно, тут неровно. Ну, не совпадает. Ну, то есть надо подрезать, хуять. Но, в общем-то, лучше пусть так, чем нарезано хоть ровно. Равнять не надо, где что, а где дырка. Подвырезать маленький кусочек, да выварить. В общем, с одной стороны я закончил. Уже время где-то около 7. И вот получилось такое крыло. Мощное. Мощное, пиздец. Загнет, хуй выровняешь, наверное. То она сейчас чуть-чуть кривовата, но вообще-то то сторона какая-то косая, значит, с самого начала было тут более-менее ровно, но сейчас то крыло кривовато, это нормально, она еще не держится ни на чем, держится на одной части, как бы будет тоже, наверное, думаю, нормально. В общем, вот за сегодня я крылья наполовину сделал. Ну, процентов 70. Ну чё? Все. На сегодня все. Время. Первый раз я ошибся. Сейчас 10 минут 8. Что-то мне чуть-чуть поднадоело уже варить. Целый день. Что это без изменения крыло. А тут... Да.
блинчики приварил. Осталось сзади вон ту шук-шук треугольник варить, закрепить. Спереди полоску. Тут полоску сделать и крыло осталось. Швы зашлифуются, срежутся. Этот шов как у опытного сварщика. Правда, эти до конца не открываются. Докуда открываются только. Но, в общем-то, наверное, нормально. До того, как за эти заденут. Вот такой тракторок у нас получается. Что, на сегодня все. Подписываемся, ставим лайки, комментируем, советуем. Да, уже ничего не видно, уже темно. Крылья начал варить. Думаю, окна хоть вставить, а то все на месте с мелочью ковыряюсь. На месте все стоит и не видно. Сейчас крылья доварю, окна буду вставлять. Потом внутри там сидуху, хуюху, обшивку. Все.